Добрый день, уважаемые зрители. Добро пожаловать обратно в Dyson Sphere Program, где мы по-прежнему строим нашу космическую фабрику. Ну, пока что она не очень космическая, но мы постепенно движемся в этом направлении. Так, так, так. И 6. Вода. И выход. Так, значит, 2 из 3 входа у нас уже здесь имеются. Осталось подключить воду. Ну, вода у нас здесь есть рядышком. Мы ее уже заранее подготовили к производству. Вернее, к добыче. Так, так, так. Складировать воду мы пока не будем. В этом нет никакого смысла на данном этапе игры. В дальнейшем мы сделаем хранилище воды только не в виде резервуаров, а в виде хранения будет на логистической станции. Наша система защиты отрабатывает. Включаем к электричеству. Готово. Давайте мы все это выведем туда, чтобы сразу производство началось, а мы потом постепенно его наращивать будем, включая дополнительные насосы к сети. Тык-тык-тык-тык-тык. Боты нам летают, доставляют что-то, но я, по-моему, запрашивал только конвейеры, так что, видимо, конвейеры они и доставляют. Все. Воду мы производим. 55 единиц в минуту. Более чем достаточно. Электричества у нас пока хватает. И органические кристаллы начали производиться. Давайте мы сделаем тоже их в хранилище. Воду заряжаем. Органические кристаллы. Не будем пока ставить лимит, пускай делаются. Так, наши органические кристаллы мы оставили там. Окей. Сюда мы повесим транспортный передатчик. Все. Следующий у нас идет серная кислота. Стоп, эти две нам тоже нужны, но мы хотим сразу... Точно, у нас же титана пока нет, так что можно пока подготовить и эти две штуки. Кстати, а для того, чтобы нам отправиться на другую планету, нам нужен двигатель меха 2 уровня. Разблокирует космический полет. Давайте добавим в очередь, чтобы иметь возможность полететь, когда нам это будет необходимо. Энергетическую установку повысим. И, наверное, надо будет открыть массовое строительство 3 уровня, тоже не помешает. Ой, так. Значит, здесь нам нужна вода. Есть камень. Нету нефть. Переработанная. Переработанной нефти у нас проблем особых нету. Так, так, так.
Сюда нефть нужна? Нет, сюда нужен уголь будет. Энергетический графит. Но мы его сможем тоже зациклить и туда подвести. Так, это мы разворачиваем, это мы разворачиваем. Так, серная кислота — это то, что мы получаем здесь на выходе. Да, соответственно, это в другую сторону идет. Так, не туда. Так, и выход. Начинайте здесь поближе строить-то. Чего вы далеко так улетаете? Значит, сюда нам нужна вода 4 штуки, 6 секунд. То есть 0.75 нас скоростью строит. Да. Вы открыли технологию фракционирования дейтерия. Вы можете использовать фракционирующий аппарат для отделения дейтерия от жидкого водорода. Хотя это не совсем эффективно, сообладание дейтерием означает, что вы вступаете в эру ядерной энергии. Ну, да, скоро мы до этого дойдем. Нефть. Сбрасываем. Так. На чем я остановился-то? А, воду я сюда завел. Камней нам нужно 8 в 6 секунд. Соответственно, одного первого уровня здесь будет достаточно. Нефти нам нужно 6 в 6 секунд, значит, это нужно второй уровень. И выход 4 штуки в 6 секунд, тоже второй уровень. Угу. Так, здесь у нас уголь 3 единицы в 3 секунды. Первый уровень достаточно будет. А серная кислота 1 в 3 секунды. Тоже первый уровень достаточно. И на выходе 2 секунды. А, вернее, 3 секунды 2 штуки. 3 секунды 2 штуки. По идее, должно достаточно быть одного. Количеством это все надо будет дело снабдить. Ведь первым это у нас 5 и еще один. Все, ну теперь хватает. А, не, вот это не надо было подливать, да? Так, кристаллы нам эти здесь не нужны. Вода нужна. Здесь все. А, вот мы видим, нефть пошла. Так, лишнее. Это все нормально. Так, и этой башни нам должно хватить, чтобы покрыть все, что нам нужно. Так, и того серная кислота. Так, здесь нам не нужно. Камень нам нужно подвести к серной кислоте, его у нас пока не хватает. И уголь нужно, вернее, энергетический графит нужно подвести вон туда. Оп. И на этом, по-моему, все. Пластик уже начинает скапливаться. Так, где у нас есть поближе камень? Уголь. Здесь нету. То есть либо вот там, где мы еще ничего не начинали обрабатывать, либо вот отсюда его придется тащить.
Не очень удачно, конечно, но ладно, ничего страшного. Принесем, привезем. Так, в принципе, у нас... Мы можем немножко по-другому сделать. Установим подачу нефти. Да, вот тут все еще есть проблема, что вот если оставить кончик, конец конвейера вот под полувысотой, к нему нельзя подсоединиться. Так, так, так. И, по-моему, нельзя проложить дорогу под ним, под полувысотой. Ну, не страшно. Делаем вот так. А что я хотел сделать? Я хотел нефть соединить вот на этом перекрестке. Если я не ошибаюсь, то он должен ее будет балансировать, когда у нас пойдет движение по обоим частям. Мы это можем легко проверить. Более удачно. То есть, да, у нас нету пауз, и все идет спокойно. Хорошо. Так, где нам можно сбросить это дело? Так. Нам лишнего с собой не таскать. И, по идее, здесь теперь все готово, кроме камней. Кроме камней. Так, камней нам много не надо. Давайте на всякий случай на пластик тоже повесим эту штуку, но мне кажется, что особого смысла в ней не будет на данном этапе. Так, камни, камни, камни. Так как это приемник, то... Хотя у нас уже достаточно этих вертушек, мы можем их полностью загрузить. Так, так, так. Мы ничего не производим. Давайте производить вертушки. Спиннеры. Они, кстати, очень похожи на спиннеры. Но иногда я их так и называю. Для вертушек, для спиннеров нам не хватает процессоров, для которых нам нужны микросхемы. Теперь нам не хватает железа. Процессоров. Для процессоров нам теперь не хватает кремния. И чего-то еще. А, меди. Надо, кстати, автоматизировать производство процессоров. Потому что нам их нужно будет много. И нет смысла их делать вручную. Ну, пока что... Ок. Так, с защитой у нас все хорошо. Пока что по-прежнему у нас остается всего одна планетарная база. Это хорошо. Давайте мы подведем сюда кирпич. Вернее, камень. Насколько я помню, у нас там даже оставалось две буровые установки, которые не были ни к чему подключены. Да, вот они. О, я сейчас покажу супер вещь, как это легко сделать. Не скажу, что это прям супер эффективно. Ну, вернее, нет, почему, это очень эффективно, но я обычно так не делаю, мне не нравятся эти конструкции. Мы берем, начинаем строить отсюда конвейер и поднимаем его, скажем, на высоту... Так, сколько у нас это? 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я думаю, что 5 должно нам хватить. И теперь мы можем строить над всей нашей базой. Без всяких опор. Конвейер просто поднимается в воздух и летит на безымянной высоте.
Так, 5 было. 1, 2, 3, 4, 5. Жаем. Некоторые прямо вот этими многоуровневыми системами застраивают все. Ну, теоретически, почему бы и нет? Ничего как бы противозаконного. Это никакой не эксплойт, да, система. Это система работает именно так, как задумано. Ну, я обычно не очень это люблю делать. Обычно я стремлюсь как можно быстрее начать производить логистические перевозчики, транспортные системы логистические. И стараться не использовать вот эти вот вещи. Так, ну все, в принципе, над водой мы уже можем начать спускаться. Здесь у нас зданий нету. Оп, спускаемся на первый уровень, где у нас там нужно было подвести кирпич, ой, камень. Вот сюда. Давайте немножко по прямой сделаем. И потом уже перейдем сюда. Так, так, так. И надо организовать хранилище вот этих вот графенов. Да, графен же это. Да. Так. Нет. Давайте скопируем вот это хранилище, которое не имеет ограничений. Потому что на данном этапе нам графен пока еще не очень нужен. Но скоро он нам понадобится в больших количествах. Нашим ботом немножко. То есть вот такую вот систему можно использовать очень даже без проблем. Вот, кстати, для сборщика второго уровня как раз нужен графен, так что мы его сюда не случайно добавляем. Ты передающий, тебе электричество особо не нужно. Ну, давайте добавим. Потому что возможно, что сюда уже потом понадобится добавлять для ускорения процесса. Ну, да, вот так вот нефть лучше распределяется без перерывов. И здесь идет сплошным потоком. Единственное, что тогда нужно ее на выходе туда-обратно подсоединить. Где наша любимая полувысота? Ну, не наша, моя, но неважно. Так, так и вот так. А давайте здесь тоже балансировщик поставим. Ок. Камушек лишний прихватили. Закидываем его. Воду тоже закидываем. Больше ничего лишнего у нас вроде с собой нету. Так, что у нас с электричеством? Уже не так много излишков. Но я думаю, что нам нужно уже начинать двигаться в сторону более продвинутого электричества. Уголь нас далеко уже не увезет. Но нам нужно для продвинутой электростанции. Где она вообще есть-то? Удилище энергии. Это не то. Миниатюрная термоядерная энергия. Нам нужно сначала открыть желтую науку. Окей. Этим мы, в принципе, этим мы сейчас и занимаемся. Имплазивное орудие. Ну, мне не нравится этот перевод. Я переводчику тоже написал, но он со мной пока не согласился. Я считаю, что это артиллерийская система. После точного расчета горючие компоненты специальным образом распределяются в оболочке, чтобы вызвать совокупные взрывы, поскольку продукты взрыва и энергии сконцентрированы, наносимый ущерб больше. После попадания в цель 280-миллиметровый снаряд может вызвать обширный взрыв и нанести урон взрывам подразделениям и объектам, находящимся поблизости.
Кроме того, из-за особенностей конструкции, имплозивное орудие не может быть использовано для атаки близких целей. Ну, я считаю, что это артиллерия. Ну, неплохая вещь, но единственный недостаток, она не расширяет свой радиус действия за счет системы этой башни связи. Так, здесь нужно желтое. Желтое мы пока что... Все, чему требуется желтая наука, мы пока откладываем. Так, взрывной юнит. Башня-глушилка. Электромагнитное оружие в целом эффективно против механических объектов. Они могут вызывать электромагнитные помехи, которые влияют на близлежащие вражеские подразделения. Конкретный эффект зависит от типа ЭМ-капсулы. Капсула глушения. Башня глушителя может мешать врагам в радиусе действия, поглощая капсулу глушения, снижая их скорость передвижения и скорострельность. Каждая капсула помех может создавать помехи 60 единицам. Так, вот тут вот кусок текста не переведен. Я себе помечу, чтобы тоже скинуть... Упс, не туда. Скинуть переводчику. Не переведено время глушения. Что-то там 1 секунда. Эффект глушения 50%. Число помех 180 штук. Замедлитель 50%. Где у нас планетарный щит? А, вот он тут как раз дальше, да? Тогда нам нужно открыть имплозивное орудие и планетарный щит. Хранилище энергии нам понадобится скоро. Ну и давайте добавим систему орбиты солнечных парусов. Кстати, мы же сделали солнечные панели. Немного, но какое-то количество сделать, так что можно добавить их установить. Я люблю размещать солнечные панели. Кстати, вот теперь в режиме создания чертежей очень хорошо видно, да? Вот эта зона между двумя вот этими желтыми линиями, это основная зона нашего строительства. От экватора вверх, от экватора вниз, и, соответственно, это самая наша основная зона строительства. И я люблю размещать солнечные панели кругами, начиная со второй зоны. То есть, если это основная зона, это первая зона, это вторая зона. То вот начиная от этой желтой линии вверх, я обычно размещаю кругами вокруг всей планеты солнечные панели. Почему кругами? Ну, естественно, за исключением планет, которые не зафиксированы, да, и все время одной стороной обращены к Солнцу. Там нужно размещать солнечные панели, конечно, совсем по-другому. Во всех остальных случаях кругами, потому что планета вращается, и по мере того, как она вращается, разные части ее освещаются, и, соответственно, чтобы постоянно иметь эту энергию от Солнца, то я делаю круги. Но на первой планете, так как очень много воды и не все можно застроить, то это может быть оказаться не очень эффективно. Хотя вот в ту сторону, если отсюда пойти, то можно попробовать. Туман начинает штурм. По-прежнему 138 или 136 целей. Давайте посмотрим. Ну, пока что мы их сдерживаем. Без особых сложностей. Так, где у нас электричество? Солнечные панели. Вот смотрим первый переход и вот второй переход. Вот, начиная со второго перехода, я их обычно вот так вот и размещаю. Да, наверное, все-таки со следующей клетки. Солнечные панели имеют очень маленький радиус передачи электричества, электроэнергии, поэтому вот на соседнюю они передают. А дальше, если есть пропуск, то могут и не передать. Так что нужно внимательно смотреть, чтобы не произошло с
смещение и не оборвалась линия передачи. Так. Потом мы будем использовать для этого чертежи. Пока что в ручном режиме я их все расставляю. Ну, вот еще 14 мегаватт мы добавили. Но они будут работать только когда с этой стороны светит солнце. Так, давайте мы автоматизируем процессоры. Так, кремний у нас здесь, медь у нас тут. Эта медь у нас, ну, можно сказать, что свободная, потому что она используется только для боеприпасов, для патронов, а патроны мы сейчас по факту не используем. Так. Пом-пом-пом-пом-пом. Все ли меня здесь устраивает? Да, наверное, да. Так, медь есть, кремний есть. Из меди и кремния мы делаем микрокристаллический компонент. Добавив микрокристаллическому компоненту микросхему, мы получим процессор. Так, скорость 2 секунды. 2 кремния нужно, 1 медь. 2 кремния, 1 медь, скорость 2 секунды. Место... Давайте где-нибудь вот здесь мы это разместим. 2 секунды. Так, 1, 2, 5. Нет, не влезем. Не влезем. Здесь у нас есть место, но это очень далеко от... кремния. Делаем поближе. Так, геотермальную энергию открыли. Хорошо. Так, органические кристаллы мы можем отправить туда. Кстати, мы последний-то штрих не сделали. Мы все подготовили, но создать не начали, не сделали очередь строительства кристаллов этих титановых. Надо это исправить. Ну, здесь, наверное, влезет. А, 206. Нет, не влезет. Черт. Пам-пам-пам-пам. О, влезет, я знаю, что мы сделаем. Мы берем отсюда вот эту медь. А вместо нее мы используем вот эту медь, которая у нас тут есть. Стоп, а она еще куда-то идет. А, она идет на микросхемы и на магнитные катушки. Ну, окей, все равно. Нет. Не туда. На подземный уровень нам надо. В смысле, на нижний уровень. И здесь используем выгрузку второго уровня. Потому что здесь нам этого должно хватить. Хотя от нее питаются наши ракеты. Ну, будем смотреть. Если вдруг проблемы возникнут, то переделаем. Тогда мы отсюда снимем эту крышку. Ее установим вот здесь. Космический полет нам открылся. Хорошо. Развернуть конвейер. Ввести его сюда. Хранилище, распределитель.
раздавать. Так, так, так. И все. Так много нам, наверное, не надо. Можно ограничиться 10 клетками. Так, и тогда здесь вот где-нибудь. Здесь как раз тогда влезает. А, это я что хотел? А, кристалл, точно, все. А, тогда давайте мы развернем. Так, да, все. Я что-то отвлекся, задумался и забыл, что я тут делал. Руководство по космическим полетам, да. Так, а массовое строительство. Это пометка реконструкции, вместительность. О, давайте вот вместительность инвентаря добавим. Это важная штука будет. Кристалл титана, который нам нужно будет подвести вон туда. Давайте мы сделаем вот так. Вот так и вот так. Вот у нас тут уже в три уровня передача идет. 0, 0, 5, 1. Отлично. Так, так, так. Кристаллы. Так, и что нам для кристаллов нужно? Для кристаллов нам нужны органические кристаллы и... титановый слиток. Вот титановый слиток сюда, органические кристаллы сюда, и это у нас выход. Все тут подсоединено нормально, нигде не прерывается, ничего я не перепутал в направлениях движения. Так, 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 так. Раз, два, я хочу, чтобы ты с этой стороны туда вышел, сюда и сюда, ты сюда. Так, титановых, давайте пятерочку, ну и кристаллов органических тоже пятерочку. Ать, мешает другое строение. Наш верхний уровень здесь мешается. Потом мы его еще поднимем просто. Так, сюда нужны органические кристаллы. Запрос. И максимальная загрузка. Оп, и они уже автоматизировались. Титановые пластины. Загрузка. Но у нас их пока нету нигде. Так. Было 5 уровней, насколько я помню. Давайте попробуем 6. Да, вот 6 достаточно. Так, теперь бы еще в правильную клетку попасть. И соединиться с этим. Жесть, конечно. А, титановые слитки у нас есть с собой немножко. Давайте мы их сюда сразу зарядим. Так, так, так. Окей. И процессоры, процессоры, процессоры. Пум-пум-пум. Наверное, мы начнем вот здесь вот заливать место. Или вот здесь. Матрица структуры получена первая. Ну, пока что у нас там всего было 150 слитков. То есть это не так много.
150 слитков нам хватит на 50 кристаллов и, соответственно, на 50 матриц. Это максимум. И то из-за того, что они могут тут застрять там по одной, по две штучки, то может и меньше в результате произвестись. Так, где я там хотел? Вот тут вот начать. Так, а я эти автоматизировал? Нет. Сейчас мы это легко сможем узнать с помощью одного из модов, который я установил, и без которого я... Там, ну, в начале игры легко справляюсь, а вот в середине и в конце игры я просто как без рук. Нажав Ctrl-F, я вызвал сразу два мода. Один позволяет искать планеты, это нам сейчас не интересно. А второй вот называется Factory Locator, поисковик заводов, фабрик. И он на самом деле ищет не только заводы, но и все, что нам угодно, все, что нам нужно. Мы можем найти все здания, которые у нас есть на этой планете, и сразу видим, какое их количество здесь есть, какие руды есть, и если мы нажмем, то он укажет нам дорогу туда, к этой конкретной руде. Предупреждения, рецепты, какие используются, и вот, собственно, меня интересует рецепт. Да, у нас есть производство фундаментов, отлично, угадать фильтр, распределять. И давай мы тебя добавим тоже. Можно полностью зарядить. Так. Пока 1000 будем на себе таскать фундаментов, чтобы иметь возможность строить. Так. Значит, нам нужны две очереди по два входа. На одной мы будем делать микрокристаллические компоненты, на второй мы будем делать процессоры. Так, установим здесь сразу промежуточное хранилище. Здесь нам не нужно, вот здесь нужно будет. Это лишнее, это лишнее, это лишнее. Итого у нас здесь подходит микросхема, здесь у нас подходит медь, здесь у нас подходит кремний. Так, так, так. Это мы соединяем сюда и... Сюда. Надо сначала конвейер будет развернуть. Так, рецепты копируем, вставляем. Хранилище. Так много сюда не надо, но три ячейки можно. 200 киловатт мощности генератора, хорошо. Кстати, а что у нас с топливом? Топливо пока есть. Мы ничего не производим, надо будет тоже этим заняться. Так, опять мешает другое строение. Здесь тоже нужно будет повыше поднять этот конвейер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, ты у нас будешь запрашивать кремний. Ты у нас будешь запрашивать медь. Ну, сразу они полетели. Так, да, ну и, соответственно, нам здесь их много не надо. А ты будешь запрашивать микросхемы. Нет доступных маршрутов. Как так? Распределять, распределять. Галочки не забыл поставить.
Окей, вроде в остальных местах везде стоит. Доступный маршрут. Все, значит, ты сейчас получишь свой продукт. Так, вот этот конвейер нужно развернуть. И соединить. Так, 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 так. И на выходе мы получаем процессоры. Это хранилище оставим. Да не, наверное, его не нужно бесконечно. Десяточку, я думаю, здесь хватит. А вот процессоры мы оставим в бесконечность, пускай собираются. Распределять. Сюда поставим, но, честно говоря, мне кажется, что они не особо будут нужны. Эти микрокристаллические компоненты. Так, так, так. Я имею в виду за пределами процессор. Нет, где-то они еще требовались, точно. Вот, здесь. Ну, у нас базы пока есть, так что проблем никаких нет. Так. Очередная атака отбита. Можно топливом запастись, тут сейчас будет. Оп. Хороший вариант. Так, процессоры мы автоматизировали. Да, давайте перед тем, как мы уйдем с этой планеты, мы автоматизируем процесс создания электромагнитных турбин. И турбин, и супермагнитных колец. Причем мы это будем делать, не задействуя предыдущие здания, потому что эти вещи будут потреблять очень много ресурсов, и они будут нужны сами в больших количествах, поэтому лучше их сделать независимыми. Как нам это сделать? Причем нам нужны и турбины, и супермагнитные кольца. Электромоторы тоже, да? Да. Артиллерию открыли. Нам нужно автоматизировать все. Или лучше сначала все-таки отправиться на другую планету, начать добывать титан и потом уже вернуться или даже на той планете сделать этот процесс. Так, нам для производства контейнера частиц нужны турбины и графен. Графен мы уже производим, медь у нас есть, турбин у нас пока нет. Давайте мы турбины хотя бы вот организуем пока что. И я покажу, как можно сделать. То есть я стараюсь переорганизовывать как можно максимальное производство базовых ресурсов и потом транспортировать их по всей планете, да, везде, где они нам нужны, потом по разным планетам это уже будет. Таким образом, снабжая все необходимые производства. Есть другой подход, где мы каждый конкретный продукт строим полную цепочку, необходимую для его производства, причем эта цепочка будет зацикленная, чтобы мы получили от и до все необходимые элементы. Упс, так, мне надо прерваться. Так, пауза закончилась, возвращаемся. Что я хотел сделать? Точно. Турбины. Начать производить турбины. И давайте мы поставим целью минимум 2 турбины в секунду мы хотим получить. Соответственно, так как для одной турбины нужно 2 секунды, чтобы получить 2 турбины в секунду, нам нужно 4 завода по производству турбин. Ну, вот как раз то, о чем я говорил, да, что вот такими точками можно очень сильно экономить
количество необходимых фундаментов для заполнения вот этого пространства. Так, воспользуемся этим рецептом, чертежом, но потом мы просто две лишних удалим. Оп-оп. Значит, здесь у нас будут производиться турбины. Для производства одной турбины нужно два мотора и две магнитные катушки. Соответственно, так как мы хотим производить в 4 раза больше, нам нужно 8 моторов и 8 магнитных катушек. Окей. Давайте что-то посмотрим. Моторы чуть посложнее. Давайте мы сначала начнем с магнитных катушек. 8 магнитных катушек. Так как они производятся по 2 штуки за раз, то нам нужно 4 завода по строительству, по производству магнитных катушек. Не вопрос, у нас как раз 4 на 2 здесь есть. Дублируем. И здесь задаем рецепт магнитные катушки. Ну, все это умножается на эффективность строителей первого уровня в 0.75. Ну, ничего страшного. Да, на все нам хватит. Ну ладно, потом подключим. Так, и надо сделать пометки сразу. Развернуть. И так как мы здесь планируем... не надо разворачивать. Планируем все это зациклить и обособленно производить, то мы не будем делать никаких транспортных распределителей на вот эти компоненты. Транспортные распределители мы можем использовать только на базовые компоненты, из которых все это будет состоять. Значит, здесь у нас идут магнитные катушки, здесь у нас на входе магниты и медь. Так, магнитные катушки нам нужны сюда, туда нам нужны моторы, электромоторы. На выходе мы имеем электромагнитные турбины. Угу. И мы можем развернуть вот этот конвейер и соединить. Так, давайте мы сразу хранилище для турбин сделаем. Там бесконечное. Турбин нам понадобится много. Так. Вообще неплохо было бы сделать небольшой запас этих этих магнитных катушек, но если мы все правильно высчитаем, то это должно быть не обязательно. Так, следующий этап нам а для моторов нам тоже нужны магнитные катушки. То есть 4 нам тут может не хватить. Вернее, точно не хватит, потому что 4 это только непосредственно на турбины. Окей, мы тогда их сделаем отдельно. Так, очередь исследования, вернее, не линия. Значит, нам нужно будет... Так, у нас не хватит на это титана, окей. Значит, оставляем только те, которым нужны красные и синие. Так. Новые боеприпасы. Высокоточные дроны, все. Так. Смотрим, что нам для этого нужно. Для этого нам нужно... Если мы производим 4 таких, то есть нам нужно
умножить на 4 все это дело. 8 магнитов и 4 меди нам нужно. 8 магнитов и 4 меди. То есть уже мы видим, что не очень нам подойдет. Стоп, не то все. Все не то. Надо развернуть. И нам нужно больше места. Скорость у магнитов 1,5 секунды. То бишь 0,70 единицу разделить на 1,5. 0,66. 8, если нам таких нужно. Это нам нужно... Нет, стоп, не 8. Вот поэтому я не люблю вот это вот высчитывать до единички, да, это много времени, много расчетов. Я люблю производить по максимуму, и если вдруг какой-то где-то дефицит, то устранять дефицит. Для меня это намного проще. Нам нужно 8 магнитов получать каждую секунду. То есть нам нужно и 8 таких зданий, 1,5 секунды. 8, так, это одна... 8 магнитов нам нужно получить в секунду. 1. Если мы умножим на 8, это получится 1,5 секунды. Если разделить на 1,5, 8 разделить на 1,5. Нет. 8 разделить на 1,5. Нет, наверное, умножить на 1,5, да? 8 умножить на 1,5. 12 нам тогда их нужно. Давайте посчитаем. Если мы 12 секунд производим... 12 штук мы производим одновременно. Нужно 1,5 секунды. 12 разделить на 1,5. Да, 8. Окей, значит, здесь нужно было все-таки доделать вторую полностью. И потом уже добавить еще одну очередь. И вот это уже будет не полностью. Магниты. И медь. Так. Теперь вопрос. Можем ли мы 8 магнитов в секунду погрузить на... перемещать с помощью одного конвейера. Ответ – нет. Поэтому нам нужно будет как минимум вручную несколько таких штук изготовить. Второго уровня, я имею в виду, конвейеров. Так. Что нам для этого нужно? Нам хватит. Так, так, так. И что мы делаем? Сюда мы подаем железную руду. Сюда мы подаем железную руду. Нам еще нужно кучу руды для этого. Этот конвейер развернуть. Этот конвейер развернуть. Поставить балансир.
скажем, вот здесь. И от него уже пойдет, собственно, второго уровня конвейер от балансира вот сюда. И вот этот конвейер нужно обновить до второго уровня. Второго уровня конвейера скорость 12 единиц в секунду, у третьего 30 единиц в секунду. Так, 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 так. Окей. Дальше медь. Медь нам нужна там. Развернуть. Так, здесь помечаем, что это магниты. И магниты. Это у нас медная руда. Это у нас медь. Это мы то, что нам нужно для производства магнитных катушек. Если правильно все балансировать. Но по факту, насколько, как мы знаем, да, здесь у нас всего 6 плавилин, но тем не менее 3 спокойно они снабжают и не простаивают из-за нехватки магнитов. Надо учитывать, что еще и скорость этих производственных зданий имеет 0,75. Так, 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 так. Дальше, дальше, дальше. Дальше нам нужны моторы. Давайте дальше мы распланируем моторы. Фундаментов сначала здесь. Опять все покроем. Чтобы можно было строить без проблем. Тык, 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 тык. Как раз медь есть рядом, что не может не радовать, потому что ресурсов. Но пока из всех ресурсов нам нужно только железо и медь. Так вот. Давайте посмотрим. Значит, сколько нам нужно было моторов? Моторов нам нужно 8 электромоторов. Моторы делаются 2 секунды. Соответственно, если мы хотим получить 8 в секунду, то нам их нужно 16. Офигеть. Мне кажется, я очень большую планку задал по поводу 2 в секунду. Нам, наверное, это сейчас будет перебор. Может, хотя бы 1 в секунду или даже 1 в 2 секунды. Давайте 1 в секунду сделаем. То это очень много. Тут только будем. Сложно нам это будет. Мы два раза можем все это сократить. И, соответственно, здесь надо немножко переделать тогда. Там уж оставим конвейер второго уровня. Ничего страшного. Так. То есть одну в секунду мы делаем. Для одной в секунду нам нужно 4 мотора. 4 электромотора в секунду. Это все равно 8 зданий по строительству, по созданию электромоторов. И у него... Три входящих. У нас такого не было. У нас было 4. Можем воспользоваться. Нет, давайте лучше сначала с нуля создадим. Значит.
8. Так. Тут конвейеру будет мешаться. Мы можем медь перенести вот сюда. На эту сторону без всяких проблем. Задаем рецепт электромоторы. Так, давайте мы еще второго уровня конвейеров добавим. Так, нам не хватает электромоторов, железа. Шестеренки есть, но лучше тоже будет захватить. Железо и шестеренки. Так, и тогда, допустим, что у нас там по количеству? Железом нужно 2 единицы. Железо. Это у нас... Так. Железо, шестеренки и магнитные катушки. Давайте добавим магнитные катушки. И железо. Ой, шестеренки. И на выходе получаем электромоторы. Скорость 2 секунды. Одна штука. Значит, сортировщиков первого уровня нам будет достаточно. Копируем это на все 8 штук. Так, и моторы нам нужно отправить вон туда. Развернуть этот конвейер. И... Контакт. Так, окей. Сколько нам нужно для этого железа? На 8 штук, да? 8 это получается 16 единиц железа. 2 умножить на 8, 16. Это в 2 секунды, да, получается? 16 в 2 секунды, либо 8 в 1 секунду. То есть нам здесь тоже понадобится конвейер второго уровня, чтобы это успеть обеспечивать. И этих нам нужно будет по 4. По 4 это достаточно. Окей, значит, что нам нужно, чтобы обеспечить 8 единиц железа? Нам нужно 8 плавильных станций. А, стоп, нам еще нужно будет железо для вот этих шестеренок. 8, а тут сколько?
Нам их нужно в секунду 4, да? 4 в секунду. Это 4 строительства, 4 здания. Для 4 зданий нам нужно 4 единицы железа. 4 плюс... Плюс 4 плюс сколько там было? Уже запутался. Ой, ё-моё, время-то какое. Так, давайте, наверное, я сейчас прервусь. Между записями я все это посчитаю, выпишу себе отдельно, чтобы не считать все это во время записи. Продолжение в следующий раз.